Блин, поразбросали тут всякий хлам. Опять за этими разработчиками убирать придется. Вот ничего сами не могут. Понамусорят, а игрокам потом убирать. Ну ничего вот прям без нас не могут. Вот, так вот получше будет. А что тут надо делать дальше? Как говорится, в хату сладость, в чифир радость. Или как там было, я уже не помню. Есть тут кто живой? Такое ощущение, что тут какие-то алкаши живут. Или наркуши. Или мясоеды, поедатели веганов. Я вижу читатушки на столе. Надеюсь, хозяева не вернутся внезапно, пока я тут разгуливаю. Ой, кажется, у них чайник закипел. Надо пойти посмотреть, что там с чайником, может, что-то можно сделать. Ага, чефир готов, можно разливать. Кто-нибудь видит тут чистую кружку? А, вот же она. Фу, блин, там какая-то блевотина. Пошли поищем хозяев дома. Алло, дед, проснись, ты серишь. На дворе уже 2021, и тут все, сидите. Карантин давно закончился. Да ё-моё, как же отсюда выбраться? Вот тебе хлебалом по хлебалу. И еще разок. И ты, дед, получи. Вы видели, у вашего внучка глаз уже от скуки вытекает? Если что, я в этом не виноват. Блин, ну как вас разбудить? Может, насрать вам в тарелке, чтобы вы проснулись? Ох, не могу. Ох, прихватило. А ну, скорее открываем дверь. Ой, пустите, а то случится страшное. Потом в игре будут атмосферны не только музыка и графика, но еще и запахи. Ты глянь-ка, там какой-то пацан уже сыт. Эй, а ну слазь с толчка, главному герою нужно уступать на почетные места. Все хорошо, я съел пацана, и у нас есть большой рулон туалетной бумаги. Осталось найти гречку, и можно спокойно переносить любые трудности жизни. Так, давай потихонечку открываем эту дверцу и спокойно уйдем от этого мясника. Твою мать, кажется, он нас заметил. Шухер, спасайся, кто может, тот бешеный мясник с ружьем. Собака, блин, пал смертью храбрых. Бежим, 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 бежим. А пули свистят, пули шальные свистят, и не очень. Кажется, нас застрелит этот дядя-мясник с двухстволкой. Блин, опять не успел. О нет, этот зомбоящик. Он просто плавит мой мозг. Происходит нечто ужасное. Я просто чувствую, как начинаю деградировать. Ой, ладно, я пошутил. На самом деле со мной все в порядке. Я чувствую беся в лапне Рашахо. В Юмом Гумос наконец-таки царевол Сарим и Койпо. I love you, Сикелёв. Кажется, мы попали в школу. Ну что ж, мой друг, побежали скорее навстречу прекрасным и светлым знаниям. Ну, второй раз я на это не куплюсь. Ой, смотрите, утенок. Блин, это ловушка. Ладно, школа, 2-0 в твою пользу. Ку-ку. Так, главное не торопиться. Опять мимо этой гарпии надо прошмыгнуть. Так, двигаем дальше. Надо подождать, пока она вправо пойдет. Тогда мы потихоньку пройдем. Так, тихо, 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 идем. Блин, кажется, тут тупик. Да чтоб ты подавилась, падла. Приходи в школу, говорили они. Там будет интересно, говорили они. Ты найдешь много новых друзей и откроешь для себя удивительные знания, которые, естественно, пригодятся тебе в жизни. Тебя ждут добрые и мудрые учителя и дружелюбные одноклассники. Вкусная еда в столовой и веселые занятия. Ладно, оставим этот поток сарказма, а то некоторые Шелдоны этого не поймут. Всем привет! Если среди зрителей этого видео есть люди, которые следят за моим каналом, то вы наверняка заметили, что я взялся за новый жанр под названием «Обзоры игровых новинок».
Не знаю пока что, буду ли я дальше снимать обзоры, либо вернусь к производству топов, либо просто буду делать такие вот нарезки из прохождения. В целом, есть желание попробовать что-то новое для себя, поскольку однообразие надоедает, и я надеюсь, вы поймете меня в этом стремлении к разнообразию контента. Вот. Что касается данной игры, то с ней все хорошо и вполне себе играбельно. С одной стороны, вроде бы обычный платформер, какие выходят пачками, но тут есть один нюанс, и на мой взгляд существенный. Разработчики тонко настроили баланс в том плане, что игра в меру сложная, в меру страшная и в меру надоедливая. Да, возможно, есть нюансы, может прошлая часть в чем-то была лучше, но тут я не берусь судить, в первую часть я не играл и сравнивать не с чем. Атмосфера в игре хоть и мрачноватая, но все же не заходит за какую-то грань потустороннего психоза. А в этом жанре у некоторых разработчиков, что называется, развязываются руки, и появляются всякие разные инди-высеры, как грибы после дождя, в которых долго пытаешься понять, что этим хотел сказать автор сего проекта. В общем, как-то так. Я надеюсь, вам понравился данный ролик. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был Джеймс. Всем удачи и до встречи в новых видео. Пока!